Ну, есть у нас желающие в зале, имеется в виду, с кем я договаривался, выступать. Выходите. А? Давайте, пожалуйста. Вы пока готовьтесь. А, Аркадий, давайте, идите сюда. Аркадий Райнер. Пожалуйста. Наверное, вот в этот выше микрофон. Ну, нормально. Слышите, да? Ближе. Хорошо. Ищет сгинувшего Кая непрекаянная Герда и уже дошла до края. Дрызг изодранные гетры, развалившиеся шузы, ватник в пятнах справа, слева. Только Кая пьют не тужит в замке снежной королевы. Пишет Герде: детка, сори, let's договоримся прямо. Цель мужчины – вечность строить из прозрачных, плавких пазлов вихри творческого зуда. Разочаровавшись в Кае, Герда утопилась в гонке. Вот интересно залу, скажите вот. А? Хорошо. Это датский паде Кае. Дали Каю бонус шведы за моральное гуляние. Аркадий, ну вы раньше выступали очень ярко. Почему вы просто стоите и читаете, как истукан? А вот мне так нравится. А? Резко. А мне не нравится. Вот давайте исполняйте, как вы раньше резко исполняли. Резко осудили Герду. Фрау Меркель, леди Тэтчер. Потрясла Европу драма. Словно кризис прошлым летом. Надо прочитать, задам вам про Ромео и зал. Джульетту! Ну что, хватит тормозить уже! Гамлета! Гамлета! Спасибо! Аркадий Райнер это был. У вас какое-то еще объявление было? Да, конечно. Давайте. Объявление такое, что на днях вышла моя книга. Стихи и чуточку прозы, такая называется. Два экземпляра у меня есть. А вообще, следующая презентация у меня будет завтра в буквоете, который на Невском. Невский 46, ну и так далее. Следите за рекламой. Да, спасибо. Секунду только. Давайте так. Есть в зале человек, я стихи Аркадия Райнера люблю и обожаю. Но есть в зале, кому не понравилось его стихи Аркадия Райнера. Поднимите руку. Есть такие в зале? Нету. Хорошо. А вообще мнение какое-нибудь есть вообще по поводу стихов, вот того, что вы сейчас услышали? А? Что? Хорошее стихотворение. Хорошее стихотворение. Ну это понятно. Так, Святослав Коровин, скажите вот про стихотворение Аркадия Райнера, пожалуйста. Можешь там, оттуда. Не, я могу отсюда. Ну давай, скажи, пожалуйста. Я могу сказать, что, по крайней мере, приятно, что человек старшей возрастной категории, тем не менее, употребляя в своих стихах молодежные, в том числе, слова. То есть, хвалить пришел, хвалить пришел. Есть кто будет ругать? А? Слушай, Володя! А, вот, идите сюда. Скажите, вы не слышали, да? Хорошо, девушка, скажите, вы бы отдались Аркадию за это стихотворение? А? Да или нет? Сейчас аплодируют только девушки. Да? Нет. Хорошо, давайте вам мужчины аплодируют. Как вы считаете, отдались бы девушке за это стихотворение? Володя! Сейчас мы речь ведем о поэте, который не имеет возраста. Володя, давай так, с условием. Да. Отдались бы девушке Аркадию за это стихотворение лет 35 назад. О, мужской аплодисмент. Аркадий, давайте, у вас есть стихотворение, я знаю, такой хит, да? Прочитайте, пожалуйста, только ярко и интересно. Хорошо. Хорошо, давайте. Аркадий Райнер. От метро вдоль Смоленки к заливу идти, по пути пересчитывая графики. Через хаос, железо, бетонный кряж, лифт, площадка, пентхаус, 20-й этаж. Петр навстречу, одетый, как оспетый пижон. Новый город, слышь, детка, уже заложен. То есть как так заложен в ломбарде каком, но опутанный ложью, потоком, влеком. И неправдой, и правдой Петербург выплыть смог. У морского фасада пьем, сознаюсь, не сок. Этот город прекрасен, этот город чужой. Проваливший кастинг
Между вольф и пежо бродят в поисках пищи, недуховные бомжи, для экзотики нищие тоже нужны. Возмущаться, смущаться, приобщаться, я пас. Но обрубив караоке вопит средний класс, белые розы, беззащитный шипы, щит Газпрома на гаванской чахнет. Флаг случайный на среднем торчит и кружат над помойкою чайки, а в приемном покое врачи. Спасибо, Аркадий Ратнер. Я, видите, зал как у вас, ого-го. Я думал, что у вас есть там такое смешное к женщинам там про трусики в фонтане. Ну ладно. Пожалуйста. Вот после этого девушки будут, может быть, оставаться. Не полезу купаться в фонтане, даже в очень крутую жару. Откровение прочел на экране, шаря ночью по рамблеру. Написал: «Сухолюбица, кто ты? Словоблудие мужское, прости, у тебя офигенная фото. Сайт знакомства от радости ти. Связь со мною не станет ошибкой. Я сражен, нет сомнения в том». Ничего не ответила рыбка. На прощание махнула хвостом. Кто-то лучше наметился в планах, а я другую брюнетку найду. Чьи там трусики мокнут в фонтанах? Ангел плачет в небесном саду. Спасибо, Аркадий Ратнер. Спасибо, Аркадий. Вот. Ладно, будете больше мучить. И...